Готовь, Саня, летом. В администрации городского округа Щелково прошло заседание, на котором обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону. Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа возглавил заместитель главы округа по жилищно-коммунальному хозяйству Аркадий Собенников. У всех уже сформированы планы подготовки к зиме, утверждены, и незамедлительно необходимо к ним приступить. Каждый должен обновить все приказы, все тепловые графики, проверить все оборудование. Особое внимание Аркадий Собенников уделил проведению гидравлических испытаний сетей, а также подготовке котельных, находящихся в частной собственности, и ведомственных котельных в зоне риска. Участие в заседании комиссии приняли представители Щелковской городской прокуратуры и МЧС, ведь безаварийное прохождение осенне-зимнего отопительного периода – общая задача.